Привет, друзья! Вы на канале Вадик и мы. И сейчас Вадик расскажет, куда мы приехали. Мы приехали на автомойку. Будем мыть нашу машину, да? Будем мыть нашу машину. Ну что, поехали посмотрим, как это будет происходить вместе? Да! Вадим уже в предвкушении, да? Я боюсь. Не бойся. Не бойся. Это Вадим. Будет круто. Это как аквапарк, только для машин. Аквапарк для машины. Опа. Так, сейчас наш папа придет. Он что делает? Он пошел к дяде заплатить денежку за мойку. И будет мыть уже. Да? Я боюсь. Меня... Если там будет такой бабах, я с ума сойду. Да нет, там будет весело. Весело будет. Я не дождусь. Как весело будет. Я буду так мутить. Закрываем все двери. Да, закрываем все двери и окна, чтобы мы не оказались в пене. Она спрашивает, с шампунем? Я говорю, да нет, это же не слон. Это не слон, да. Не слон. Ой, есть батарея. Кто-то мог его посушить. Посушить, да. Смотри. Здесь, чтобы тепло было. Смотри, батареи. Да, правильно. Смотри, Вадим. Впереди какие-то мы видим щетки. Заезжаем на ленту. Сейчас нас будут мыть. Нас будет. Я не дождусь. Не дождешься? Да. Самое интересное. Ого, началось. Все закрыто. Машина сама поедет. Мы на ленте, да? Нет, да, мы на ленте. Мы стоим на ленте. Машина будет двигаться сама, равномерно. Чтобы нам нас хорошо вымыли. Мама, почему она так прыгает-то? Вадим, это называется кёршер. Он мощной струей бьет и отмывает всю грязь, которая у нас намерзла за эту зиму и весну. Мы сейчас отмоемся, будем супер чистые. Это сюда заедем. Туда заедем, туда. Это пар от мотора идет? Да. Сейчас нам оденут на дворники. Поехали, папа. Специальные колпачки. Так, одевают чехлы. Чтобы не сломались, да? Да, чтобы не повредились, не зацепили за щетки многочисленные, которые там будут. А почему тупо не зацепилась за щетки? Потому что там сейчас будут огромные щетки всякие нас чистить, чтобы они нам не сломали наши дворники, которые стеклоочиститель. Смотри, ты сейчас сам все увидишь, и наши ребята тоже. Не бойся. Здесь смотри, полилась водичка. Да. Супер дождь, да еще с пеной. Ух ты! Ух ты! Ой. Так. Все везде нам сейчас помоют. Везде пена. Везде, везде. Вот здесь еще я есть пена. Вот, смотри, нас поливают.
елка. Неправильная елка. Она синего цвета. Она танцует. Потому что она синего цвета, она вот ногами. Она еще крутится. Она погнули нам зеркала. Это вообще елка хиппи. Вот это да. Она разноцветная, она горизонтальная. Она радужная. Радужная. Ой. Вот это да. Как вам понравилось? Да. Очень. Очень. Море впечатлений. Море. Море. Ставьте лайк, пишите нам комментарии. Мы будем снимать много видео. Каждый будет все интереснее и интереснее, правда? Да. Да. Ну ладно. Ну ладно. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.